Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, по-моему, 18 октября. Ну, дата тут не важна. Дело в том, что когда я рассказывала вам вот про установку подогрева, ну, для подогрева грунта в теплице, я говорила, что я буду тестировать попозже и буду вам все показывать. И буду смотреть, как здесь растут растения. Вот мне прислали даже градусник, но про градусник буду я в следующем видео рассказывать. А сейчас я вот именно про вот эти теплые грядки. Так как у нас очень тепло было до вчерашнего дня, ни разу еще отопление я не включала. Но как я вам говорила, что я грунт заселила и сказала, и посею сидираты. Вот первую грядку мы сделали в первую очередь, посеяли сидираты, и они вот до такого состояния выросли. Ну, без подогрева, сами по себе, потому что было тепло. И когда вот первая вот эта грядка начала всходить, сидираты, именно горчицу я посеяла, я начала смотреть на нее и думать, нафига я эту горчицу посеяла? По идее, грунт у меня и так свежий, дерновая земля, тут перегной, все. Его и восстанавливать-то не нужно. Зачем я зря потратила место? Можно было бы здесь посеять редиску, салат, ну, все-все-все. И можно было бы быть зеленью долго-долго, раз все равно тестировать вот эти системы отопления. И вторую грядку я уже, ну как, поумнела. Я, конечно, насеяла, но она чуть позже была сделана. Я, как и вот подумала, насеяла всяких вот эти, видите, крест-салаты. Вот сходит редисочка с розовыми, с такими этими. Ну, короче, все полезное посеяла. Ой, а это наружу выросло, ой, бедное. Надо запихать ее туда. Видите, прям на поверхности выросла. Сейчас я подкорректирую ей судьбу. Вот, короче, насеяла все такое. Вот здесь у меня будет... Сегодня будем первый раз включать. Сейчас я смеряю температуру. Вот градусник распечатаю. Смеряю температуру до того, как я включила. И завтра смеряю. Посмотрю, прогревает ли нагревательная лента, потом на следующий день включу, посмотрю, прогревает ли вот этот кабель. Но сейчас я хочу сказать именно вот про эту, про мои сидираты. И когда я сетовала, думаю, ну зачем я неполезную вот эту вот горчицу посеяла, лучше бы что-нибудь съедобное, можно было бы долго-долго быть с зеленью, все. И тут, ну говорят же, ничего не бывает случайно. И тут я выписывала семена, ну с какой-то фирмы, семена почтой, нашла там интересные новинки. И вот они, как рекламируя свою фирму, раз, выдали мне, ну там как типа реклама, покупайте у нас для посева микрозелени. И вот именно о микрозелени я хочу сказать. Конечно, я и раньше слышала, я знаю, что такая тенденция есть в больших крупных городах, даже целые фермы открываются, выращивают микрозелень. То есть сеют густо-густо-густо и не дают растениям вырастать до конца, 5-6 сантиметров, ну теперь-то я уж точно все прочитала, все, и начинают срезать. И причем вот они очень дорого продают в магазине, вот такие вот. Можно купить прям в контейнере, ну, с грунтом, с посевом, ну, там разные варианты. Можно выращивать дома на огороде, на балконе. Ну и получилось, что когда я подошла вот к этому, к своему полю, там написано, что можно сеять подсолнечник, горчицу, свеклу, все-все-все, но срывают именно в фазе вот этих вот двух семидолей и одного или двух маленьких появившихся настоящих листьев. Короче, растениям не дают расти и быстренько их срезают. Вот видите, вот здесь я уже попаслась, срезала. И я подумала, так ну значит, если мне не нужна горчица для восстановления грунта, значит это будет прекрасная микрозелень. Теперь я каждый день хожу, нарезаю себе порцию микрозелени. Конечно, прочитала, что там наивысшее содержание всяких витаминов, все никогда не сравнится вот с тем, что мы потом, ну, как вы понимаете, вот самая фаза первоначальная, там, конечно, все такое вот в зародуше. Но продегустировала у меня первый внук, мы когда зашли, он: бабуля, а это что? Я говорю, ну это вот посеяла. Он: ой, какие маленькие, взял и съел, и говорит: а какая вкусная. Я давай тоже пробовать. Я попробовала. Никогда в жизни не ела горчицу. У нас не принято же, ну как, есть, жевать сидираты, а не для других целей. Но попробовав вот эти молодые зеленые листики,
Я удивилась вот такому вкусу. Вкус вот прям настоящей горчицы, остренькая такая. К любому блюду она подходит. Можно с кусочком мяса, можно с рыбой. Вот сейчас я пожарю себе два кусочка рыбы, вот эту тарелочку микрозелени. И так что в огороде, вот как я поняла, ничего не бывает напрасного, ничего не бывает такого, что посеяла горчицу, думала, что зря. Оказалось, теперь я буду всю осень вот с этой микрозеленью, которая в больших городах уже давно модная. Ну, конечно, она полезная, все. Но я специально для себя не стала бы сеять. Получилось все это случайно. Пока съем вот эту микрозелень, вырастет нормальная у меня вот здесь зелень. Здесь хорошо у меня и салаты, и редиски, все всходит. Сейчас я еще включу подогрев. И, как и обещала, конечно, не очень часто, потому что сейчас мне тоже некогда, но буду вам показывать, как растут вот эти растения, до каких сроков можно будет вот с этой нагревающей лентой здесь все выращивать. Мне самой все это интересно, так как я подогрев грунта вообще первый раз. И первый раз в жизни у меня появился градусник. До этого же все рассказывала, как меряю, спрашивают. Да пальцем вот так вот втыкаешь палец, и все. А теперь у меня цивилизованный будет измеритель. Ладно, буду когда мерить температуру. Завтра я вам покажу, конечно, и разницу скажу. Пока что пошла поедать микрозелень. Теперь я буду каждый день кушать микрозелень.